Украинская сборная практически готова к играм непобежденных. Через полтора месяца в Торонто 15 наших военных впервые в истории примут участие в международных соревнованиях среди участников боевых действий. С каким настроением непобежденные собираются в Канаду? Давайте посмотрим. Игры непобежденных в Торонто проводятся уже третий раз, но украинская команда в них участвует впервые. Они собирают тех, кто прошел войну, получил ранения и сумел найти в себе силы жить дальше. Показать, что мы тоже варті більшого, показати, що Україна, вже Україна четвертий рік на, кажуть, на слуху усього світу, показати, що ми теж гідні люди. Для многих ветеранов важнее спортивных результатов самоучастие. Как говорят атлеты, спорт – одно из лучших средств реабилитации. Після війни замикаєшся в собі, не спілкуєшся там з друзями, з якими спілкувався до війни, тому це для мене як поштовх вийти з цієї коробочки, в якій я закрилася сама. В іграх непобіжджених 2017 Україна представлена в 6 видах: легка атлетика, пауерліфтинг, плавання, велоспорт, греблі на тренажерах і стрільба із лука. Так, для мене це багато що означає, тим більше, що на даний момент пауерліфтинг представляю тільки я. Церемония открытия игр запланирована на 23 сентября. В течение недели в Торонто будут соревноваться представители 17 стран. Всего более 1500 военных. Украинской сборной еще до начала соревнований удачи пожелал сам генсек НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Киев и распорядился оплатить перелет команды в Канаду. Анна Ильиных, Ирина Иванова. Подробности телеканал Интер.